Дорогие зрители, подписчики, сегодня у нашей Ули торт. Какой торт? Травяной. Ну и вот, кстати, прорастили мы траву, которую купили в магазине Fix Price, в опилках. До этого в контейнере выставляли вот именно эту. Они этого контейнера боялись и не подходили. Ну вот примерно мы вот... Сейчас покажем. Вот а видите. Потом мы взяли, достали из контейнера, я вот так поставила. И Ули почему-то это приглянулось. А вот Пуля сидит в своем коробочке. Вон она. Пули, да не видно, где там она у тебя. А ну-ка давай в окошечко посмотрим, приоткрой. Гуль, читай. Покажи личико. Вот ходит в своем туннеле. Ушла. А это наяривает свой торт. Пули. 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 Ты Пули? Ты знаешь, что ты Пули? Я в шоке. Поскакала? А может, она к ней хочет подойти? Давай, закрывай шторку. А сейчас пускай. А это уже доходит до начинки. Угу. Начинка из... опилок. То есть у нас практически уже весь техпроцесс создан. Как выращивать и как подавать. Проблема была с подачей. Но теперь уже вроде решена. Даже уже Пули подтянулась. Ну, пока она подтянется, Ули уже оприходует. Ля, и та уже ест. Ничего себе. Лапками становятся. Объедают вот эту травку. Что, все? Обед закончился? На сено перешли? Ну, этого хорошо. Так, проследим за нашей мадам Пули. Пошла на сеновал. А вот она Ули собственной персоной. Иди в домик спать. Закрываем шторку. Да нет, еще обратно к торту пошли. Думаешь, лучше стал, пока тебя не было? Угу. Может, она отогнала черную, чтобы... А кто ж ее напугал? Оля, дорогая, выходи давай. Ты что, хочешь сказать, что верхушечку съела и все? К любимчику пошла. Угу. Ну, любимчик, это у них сейчас любимчик. Самое интересное, каждая занята своим делом. Это тортика подъела, на любимчика пошла, сейчас закусит там семечками, овсом. А это возлегает в сене. Скоро он-то коробка маленькая станет для нее. Ну что, она уже скоро будет ложиться, хотя вот мы им поднесли сейчас вот этот травяной торт, и они обратно начали питаться. А тут у них что в этой миске? Ну там у них мангольд и салат. А знаете, как отодвигает. Головой отодвинула и делает себе дорогу. Проходить сейчас будет. Ну проходи, проходи. Проходи, не стесняйся. И еще мы вам покажем. Это очень редко на наших видео, потому что, когда мы их выпускаем, мы им тут коробочки выставляем, мы им даем побаловаться, разнести кругом опилки, на которых они лежат в своем вольерчике. А сегодня у нас идеальная чистота. Посмотрите, это блок, где у них тут сено хранится, опилки. Это их коробочки, игрушки. Это вот место, куда они любят забиваться. И там могут мне лужу сделать. Чаще всего так и происходит. И каждая прогулка заканчивается тем, что я лужи потом вытираю, замываю. И вот здесь около порога у нас идеальная чистота. Да и вообще, если я сейчас так вам покажу, то можно и не узнать это пространство, по которому они гуляют, потому что мы готовимся к приезду хозяина.
А хозяин у нас строгий, но имеется в виду сын наш. Поэтому мы все убрали, лишнее с места сдвинули. Все сделали красиво, компактненько. Пропылесосили, подмели. И у нас теперь шикарно. Но и они у нас сегодня не гуляли, хотя мы им клетку открывали. Но когда мы открывали клетку, мы по квартире ходили, работали пылесосом. Он хоть и не шумно работает, но, наверное, это им было некомфортно, поэтому они не выходили. Ну, мы подождали. А что? Ждать, пока мы полы вымоем, а они выйдут. Ну, и потом клеточку и прикрыли. Поэтому у нас сегодня идеальнейший порядок. Они ведут себя прилично. Ну и надо постараться нам сохранить это к приезду босса. Иначе мы получим нагоняй. А мы каждый раз получаем нагоняй, что-нибудь не так. Поэтому мы стараемся следы заметать, пока не поздно. Иначе что, Олег? Не будет нам травяного торта. Ну, нам-то и так не будет, а им будет или нет. Да, поэтому мы сегодня им травяной торт. Вот посмотрите, в каком виде он. Мы его сейчас поставим. Объели. Надо... Пули. Надо до созревания. Пули. Убежала. На дополнительный вырост. Ну что, зрители, не будем больше ваше внимание отнимать. Мы потихонечку все убрали. Пакуем. Торт. Опять... Да, вот. Ну вот все. Несем на балкон. Ловкость рук и никакого обмана. Поставим на балкон. Вот еще. Я думаю, мы можем еще семена принести, подсеять туда. И да. Пусть растет. Но мы будем время от времени показывать, какая ситуация с ним, чтобы другие люди тоже могли такое же сделать своим свинкам. Мы, если честно, уже надежду потеряли на полезность этой травки. Потому что когда мы с предыдущего контейнера нарезали, но она мелкая, так неудобно, им потом вот это тоже есть. И уже подумали, зачем мы связались с этой травой. Ну, а второй вот этот контейнер, он у нас сначала на нашем балконе стоял, потом мы сюда принесли, а потом думаю, дай-ка достану. И вот на опилках дело идет, поэтому, может, мы, если они будут есть время от времени, чисто на опилках будем делать. Угу. То хоть поставил безопасно. Но мы еще как бы будем в наших видео показывать это в дальнейшем. Понесем. Мы не знаем, как там планы у нас осень и зима. Если они у нас дальше будут радовать своим присутствием, то нам придется, наверное, какие-то семена для травы покупать. И мы будем так вот в опилках сеять. И зимой они будут с травкой со своей. Потому что, ну, протянем мы с травой, которая на улице, до осени... А потом-то нам надо где-то траву брать. Ну и тогда мы уже переключимся на семена, если приобретем. Ну и, конечно же, салат айсберг нас потом будет выручать. Ну да, мы же кое-что там себе подсадили. Ну, салат айсберг из магазина. Так мы и себе ж сажали салат. Ну, то не айсберг. Ну, все равно. Угу. Листовой салат. Ну все, девчонки, ули-пули. Ули, одна вот уже она. Зашла. Ули. А ну-ка, приветик. Помаши лапкой. Ой, зубки какие. Ну-ка. Вот она, Ули наша. Ну, а Пули мы не покажем, потому что Пули уже пошла спать. Да? Она вон сидит в домике, сейчас я вам покажу. Вон она. Пули! Пули! Ну, вот убегает. Пули! Ты ну, куда? Ладно. Не будем. Пули у нас немножко трусишка. Но кушайте и баю-бай.